Рестораны «Мидзуми» и «Посиделки» в Чебоксарах исполнилось 5 лет. Они уже твердо стоят на ногах и не перестают радовать посетителей оригинальными блюдами и необычными мероприятиями. Сотрудники национального телевидения «Чуваши» поздравили с днем рождения и исполнили песни вместе с группой «Река времени». Танцы, конкурсы, вручение подарков, песни в исполнении сотрудников национального телевидения. Все это в честь 5-летия любимых ресторанов. В каждом заведении своя программа, и гости любители японской кухни отметили день рождения ресторана «Идзуми». В их меню традиционные для страны восходящего солнца блюда и напитки. В посиделках все по-русски, на широкую ногу. А еще зажигательные танцы и песни сотрудников национального телевидения «Чувашия».